Владивосток, 18 сентября 2021 года. Остановка Гайдамак. Здесь находится памятник пограничникам. Интересно, что находится там внизу? Листья под ногами шуршат. Осень. Здесь вот через дорогу какая-то военная часть, наверное, ворота. Старый дом. Жилой, нежилой, неизвестно. Здесь. Вот здесь есть. Сюда зайдем. Какой-то, наверное, детский сад. Детская площадка там. В общем, здесь детский сад, похоже, какой-то. Там воинская часть. Что здесь у нас? Акционерное общество. Электрорадиоавтоматика. Эра. Эра. Там ворота на предприятие еще одни, как я понимаю. Эра. Здесь все это эра предприятия. Тишина. Здесь тишина. Старые кирпичные стены. Посмотрим, что там внизу. Можно ли там вообще пройти как-то? Или там предприятие это все?
что здесь? Здесь тупик, а там какая-то организация. В общем, не судьба. Вся береговая линия занята. Да, это детский сад номер 52. Методическая церковь. Дворики Владивостока. Ну вот какие они есть, такие и есть. Сарайчики. У кого-то здесь гараж. Или что-то вроде этого. Вот это все военные здания. Ну вот эти два, по крайней мере, с антеннами, и вон то крыша виднеется. Это военное все. Там навряд ли можно ходить. Здесь еще, наверное, с советских времен вот это все осталось. Ну, картинки только меняются. Тут что-то на тему Великой Отечественной войны. Детская площадка, здесь детский сад. Уже много-много лет детский сад. Вот здание впереди, там на первом этаже детский сад находится. Смотрим, что здесь. Там вон красные таблички. Это значит, что это что-то связано, ну, с армией. Армейское что-то. Котяра.
Белье у людей за окнами сушится. Светланская, 108А. Здесь, наверное, когда-то были ворота. Ну, наверное, в 50-е, в 60-е годы. Видите, здесь были большие ворота, а там, наверное, вот здесь была калитка. Возможно. Так было принято раньше. Двор должен был закрываться на ворота. Здесь вот стадион «Авангард», зимой каток, но сейчас стадион находится на ремонте, там полностью все убрали и ремонтируют. Ну вот, стадион «Авангард». Все перекопали, какие-то железные конструкции. На трибунах сидушек нет. В общем, что-то здесь когда-нибудь, наверное, сделают. Флагштоки стоят, флаги там наверху. И чей-то бюст. А, их там несколько. Бюст Петра Первого. Ага, о, как интересно. Написано ДВФУ. Это что-то связано, наверное, с университетом. Военно-учебный центр. Возможно, здесь какая-то студенты с военной кафедры что-то проходят. О, здесь можно вот так вот подойти с этой стороны, посмотреть, оказывается. Там через дорогу остановка общественного транспорта «Авангард». Ну а на этой стороне стадион «Авангард». Билетные кассы тут. Здесь проходят соревнования по спидвею. Впереди старейшее фотоателье, уже много-много лет. Оно здесь.
Здесь когда-то был магазин «Мелодия», музыкальный магазин, инструменты музыкальные. Куда же эта лестница приведет? Закрытая такая площадка. Интересно, что здесь? Какое большое дерево здесь было когда-то. Ствол остался. Высох уже весь. Что здесь? Клиника, диагностический центр какой-то здесь. GPR. Пиара здесь. И лестница наверх. Интересно, что же там? Пройдем, посмотрим. Что здесь? Жилой кирпичный дом, пароход длинный, площадка там спортивная, детская. Ну, жилой дом с балконами, стоянка под окнами. Так, здесь лестница вниз, но потом. Что здесь у нас? Лестница наверх. Куда же она нас приведет? Интересный домик. Вверх. У него деревянный.
такой вот домик. И там дальше еще домики подобные. Там еще деревянные дома вовсю. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВОРАН. Вот чё. И здесь, ух ты, какие тут дворики, какие тут лестницы. Старинные, еще советских времен, перила, скорее всего, такой вот дом здесь. Опа. И тропинка, и тропинка, заросшая. Ух ты, как тут все. Дворики тут такие. И вот старая древняя развалюха там стоит, вижу. Здесь такая полянка. Возможно, когда-то здесь что-то было. Или белье только сушили. Стоят такие вот трубы. Похоже, здесь сушили белье когда-то. И вот старая древняя развалюха. Видали? Какая покосившаяся избушка здесь стоит. И пойдем куда? Сюда пойдем. Железная лестница. Такой вот дворик здесь. Остановка Дальзавод здесь. И вот такой вот скверик.